Ребят, всем спасибо за то, что собрались на это мероприятие. Это мероприятие, это не какие-нибудь там соревнования, кто круче. Это наше дружественное мероприятие. Мы благодарны вам за покупки, так сказать, корпоратив наш. И хотим организовать вот такую движуху. Это наша благодарность вам за то, что вы с нами, за то, что вы делаете у нас покупки, лайкаете в Фейсбуке, продвигаете, советуете друзьям, приводите клиентов. Мы вам очень благодарны, и мы будем делать по возможности чаще эти мероприятия, тоже радовать вас новинками и мероприятиями. Вот, этот год был такой яркий на события. Самым ярким событием был, это, как по мне, я привез Олега Гаврилина, тренера по фридайвингу. Многие из вас, кто был, оценили, наверное, это мероприятие. Помимо обычных наших мероприятий, частых выездок. И после этого мы начали постоянно ездить на карьер, тренировать нырки на глубину. Помогает нам в этом Сережа Оберняк. Поэтому всем, кому интересно, всех, кто хочет развиваться на глубину, присоединяйтесь к нашим мероприятиям. Они довольно часто проходят, раз в две недели примерно, на Новониколаевском карьере. Всех будем рады видеть. Мы за ваше развитие, чтобы вы развивались. По этим соревнованиям, скажем так, любительским, значит, мы сейчас откроемся. Кто хочет пообщаться с Сергеем Козленко или потом поохотиться с ним на воде, может, он что-то подскажет вам, как правильно нырять, там не нырять. Вот все любые вопросы по миру, по Мадагаскару. Это хедлайнер нашего фестиваля, чемпион Украины по подводной охоте, весь мир объездил. Это одна часть соревнований. Кто не заинтересован или и так все знает, охотимся. Охотимся до 2 часов. До 3 нужно взвесить рыбу. Слет объявляю открытым. Ограничений по воде нет. Едьте за рыбой хоть в Одессу, хоть куда, в Запорожье. Главное, чтобы до 3 часов произошло взвешивание. Это первая рыба слета. На какой глубине? 5-6. Сейчас взвесим. Сколько ты думаешь? Примерно. Киложка есть. Килограмм 235 грамм. Привет. Вот приехал на слет подвохов. Протестировал новый костюм. Девяточку. Ну, по ощущениям, как семерка. Вот, ну, по комфорту. Вот. Вообще не замерз. Проплавал вот сколько по времени. В семерке я выдерживаю 40 минут. Тут, наверное, сколько? Часа два, полтора мы плавали. Полтора-два часа. Да, ну, вообще не заметил. Тепло, комфортно, все это самое. То есть, вот. По эластичности, как семерка. Да, получается. По этому самому, да, как семерка. У нас тут материал. Yamamoto 39. Эластичный теплый материал. Поэтому мы сейчас даем костюмы. Люди тестируют. Говорят свои плюсы и минусы, и будем оттачивать вот такой дизайн ниндзя-черепашки. На Бладидайдай. На Новый год, да? Да. Я понял. А камуфляж бомба такой именно, листва осенняя. Да. Рыба меня не заметила, поэтому не пришла. Мне не повезло. 2470. Бросал. Кто-то договорит, Влад? Мы на смыка записываем. Полторушка. Да, 2470. Да? 2400? Ну это ж мой, ты помнишь, я двоих больше взял. Вот этого здесь, слышь, вот этот побольше. Где-то, где-то. Ну не все, да, стреляем в голову? Она-то не очень удобно, так как ты когда друг на друга наваливаешь, они друг на друга цепляются. Или там продолговатые кондосой, они как бы совместно сцеплены. Да. И оно, ну, вообще... А это сколько? 2350. И там все остается. Ну, понятно. Наверное, стец вот эта гадость летит, да? Город это не видать. А, канализация, да. Там еще собара. У тебя судачок, да? Да. Сколько, как ты думаешь, сколько он? Я не знаю, наверное, килограммчика 2. Угу. Как прозрак, как погода, как слет? Погода супер, вода супер, прозрак хороший, но рыбы мало. Так, судачина. Взял сиськи, там могучие. 4 килограмма. Я же говорю, Оскай будет. 4,76 судак. 4,76 судак, да. Ну а что? 15, не меньше. А может даже и больше. Мне что-то показалось, пока в воде были, что больше. Мне кажется, килл 15. Ну надо взвешивать, пацаны, надо взвешивать. Стоял, ед, как стоял. На ровном дне. Это не я. Это не я. На ровном дне глубина какая? 10. Муляка, песок.
Ракушка. Не за корпус перезагрузка. Не, нормально. А? Ну, блядь. Как обычно. 24. А он, подожди, ты его не поднял. Заглаз цепляй. Ну, давай на стреле, Серега. Стой. Серега, ты ноги поджимай. Нет, заглаз цепи. И весь. Я чисто вас сниму и понял. Все. Запасы прошлогодние. Ну, больше 3 кило. Заработка за процент. Без 70. Да сюда. Ладно, давай взвешивай свой. Трешник. Это ж мы взяли на той корче, да? Да. Итак, друзья, закончился наш слет подводной охоты Днепр 2020. Слет прошел успешно, собралась большая движуха подводных охотников. Был небольшой трофей, сом на 25 килограмм. Остальные призовые места заняли судачки 3-2,5 килограмма. Присоединяйтесь к нашим всем движухам. Этот год 2020 будет яркий на события. Мы едем в конце марта в Грецию. Тур будет от Афин, остров Минокос, остров Санторини, Крит, Манавасия и обратно в Афины. Следите за всеми нашими новинками снаряжения. Будет очень много интересного. Всех благ вам, прозрака и больших трофеев. Есть. Ага, спасибо.